Итак, перед нами маска Джей Дога 2013 года с альбома Notice from the Underground. Так вот выглядит сама маска. Есть фильтра, есть все наклейки. Шмаль возле глаз. Маска светится. Вот такой вот провод, вот включатель. Здесь две кнопки. Первая кнопка — это для подсветки глаз. Подсветка имеет три режима. Вот первый режим. Сейчас будет второй режим. Здесь глаза мигают медленнее. И есть третий режим. Глаза просто светятся. Еще есть второй включатель. Он для подсветки фильтров. Фильтра светятся белым светом. Вот. Первый, второй фильтр, они светятся. Также оно выключается. Вот, нажимаю еще раз, выключается подсветка глаз. И выключается подсветка фильтров. С другой стороны, на маске есть мягкая подкладка и крепление для того, чтобы маска фиксировалась на голове. Вот крепление — это липучки обычные. А подкладка — это мягкая ткань. Здесь даже слой какой-то поролона или что-то, не знаю. Так, вот в фильтрах есть по одной батарейке. Вот они находятся. Это плоские батарейки литиевые. Их можно легко заменить, если они разрядятся. Итак, ну, это для подсветки фильтров. Батарейки для подсветки глаз находятся вот здесь вот. Еще можно провод отсоединить легко. Вот есть коннектор. Он очень легко отсоединяется. Также легко его можно присоединить. Вот такая вот маска J-Dog Hollywood Undead с альбомом Notice from the Underground.